Несколько минут назад в музыкальной студии Первого канала российского телевидения народный артист России Олег Евгеньевич Меньшиков сообщил трагическую новость из мира российского шоу-бизнеса и культуры. Ушел из жизни известный российский актер, режиссер, народный артист России. Трагедия произошла вчера вечером, однако из-за шокирующей ситуации широкой общественности стало известно лишь сегодня. Трагедия произошла на реке Волга во время речного круиза между городами Тверь и Рыбинск. 3 дня назад известный российский актер на лайнере «Паллада» отправился в речной круиз из Ярославля в Нижний Новгород. Все свободное время артист проводил в каюте и лишь вечерами поднимался на верхнюю палубу, там, где находился бар. Стало известно, что последние годы народный артист страдал легкой степенью психического заболевания, и употребление алкоголя было для него губительно. Вчера вечером актер сидел на верхней палубе в компании друзей. Уже позже пассажиры лайнера рассказали, что вчера вечером артист употреблял много спиртного и находился в депрессивном состоянии духа. Актер извинился, сказал, что устал, и пошел спать в каюту. Больше его живым не видели. По предварительным данным, артист, будучи в нетрезвом состоянии, мог подскользнуться на верхней палубе и упасть вниз. Однако есть и другая версия трагедии. Актер был психически нездоров и страдал депрессией. Возможно, он решил свести счеты с жизнью. Скорбим, в результате несчастного трагического случая скончался известный российский актер и режиссер, первый муж актрисы Натальи Гундаревой, Леонид Хейфец. Леонид Хейфец работал режиссером Московского академического театра имени Владимира Маяковского. Также замечательный режиссер преподавал в Высшем театральном училище имени Щепкина и Театральном институте имени Щукина. В последние годы своей жизни страдал неизлечимым психическим заболеванием. Тело российского режиссера было найдено сегодня утром.